Всем привет, с вами я, Колян, и сегодня покажу баг в игре Fruit Ninja. В любой версии Fruit Ninja он действует. Вот, мы заходим в новая игра. Классика. Ну и начинаем резать фрукты. Максимум у нас может быть 2 клинка, а тут у нас уже 3 клинка. Четвертый не сразу получается. Вот, 3 клинка. Ой, бомба. Ну, 4 у нас получится, если я буду играть в 2 руки. Ну и в итоге может доходить до 9 клинков так. Это очень удобно. Можете вот прям просто так вот резать весь экран, когда там играете в каких-нибудь режимах. Например, в режиме дзен, там где без бомб. Этот баг действует на айпадах, на айфонах вроде как может действовать. Ну вот, я вам его показывал на айпаде. Ладно, всем пока, с вами был Колян, подписывайтесь на новые видео.